Связи, Амкабаски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Call of Duty. Это 23-я часть. И сегодня мы с вами пройдем 24-ю миссию. За... Последняя миссия, кстати говоря, за американцев. Максимально сложности тоже. 15 января 1945 года. К северо-востоку от Бастогна... Бастона? Может быть, ну ладно, неважно. Бельгия. Несколько недель назад враг прорвал линию фронта в Арденнах и 101-й Е-101 попали в мясорубку, пытаясь удержать город Бастогн. Они окружены со всех сторон и их сильно потрепали. Мы оказались в захваченном немецком бункере с названием Festung Risogne. Просто сложно собрать. Restung Recogne вроде как написано здесь. А у противника, наверное, имелось в виду два таких бункера. Между ними и нами лежит минное поле, замерзший ручей и мост. По крайней мере, две артиллерийские установки бьют по нам. Мы атакуем их бункеры сегодня. Последние дни в траншеях появилось много новых лиц. Думаю, что завтра их будет еще больше. Ну да, победа же близка. Фотографии, помните дамбу, да? Ну, это не дамба, ну, это отсюда, наверное, фотка на операции и прочий компас. Да, я озвучку установил. Знакомый нам капитан Фолли. Окей. Томпсон, Фолли. Так, захвати сержантские документы, где что? Окей. Как не останавливаемся. Так. Да, красивенько так, атмосферненько. Только противников нет, ну и... Ладно, теперь есть. Все. Угу. Судя по всему, сейчас будет мясо. Но это не точно. Да, фотка отсюда. Ай! Ну, там сохранение было, поэтому я лучше сделаю так. Просто не хочу терять хп. Тут вроде как и не сложно, но тем не менее. Чувак, прекрати стрелять. Я из этого снега тебя не вижу. Два бункера. Один мы заткнули. Из-за тумана не видно. Это наш. Ай! А чё упали-то? Ну тут уже, наверное, хотят показать, я предполагаю, что противник слаб. Что у него особо ресурсов, потому что людских и нет. Его можно спокойно пинать. Ура, у нас есть бункер. Ачивка, получить бункер. Ну, патроны стабильно. Панцер. Документики. А, все, он такой маленький. Он побольше будет. Все, забрали. Погнали дальше. Меня смущает, что там гранатомет не просто так лежит. Наверное. Пулеметчика не вижу. Но сейчас его момент может появиться. Но он не появляется. А! Инстинкт. А кто-то или что-то есть. Или стоп, это... Нет, я не забыл. Опа. Зихайль.
надо, чтобы они поработали, не? Чтоб по нашей авиации не били. Вот, что по авиации. Ну, в общем, по нам не били. Так. Кажись. Окей, Фоли. Достали. Нет, не достали. Окей. Фланкер. Я хочу унизить его. Забил до смерти гранатой. Никого больше. Да, чисто. А, зенитки. Это зенитка, это зенитка. Вот, понимаю. Я думаю, я всех убил. Кто умрет просто? Ой-ой. Не помогу. Фига себе. Ой-ой. А чё так нагло прорашился сюда? Не стал брать гранатометы. Не поворачивайтесь, там только не поворачивайтесь. Чуваки что-то заподозрили. Все. А там похрен, да? Даже фуражку снял. Неприступная крепость. Победа! Это было легко. Это даже на максимальной сложности как-то прошлось легко. Ну, знаете, даже грустно. Вот историю Джоя Мартина окончена. Мы с вами все посмотрели, что можно здесь посмотреть. И больше мы этого солдата не увидим. Он сделал свой подвиг. Он нес существенный вклад. Ему действительно есть чем гордиться. Нам, кстати говоря, тоже за это. В этом мире существует только... А, ну это мы читали. Да, победа. Компания Эванс тоже будет с ПАУ, как раз таки 2, но это потом, все счастье. Бюргштайнфюр, Германия, 2 февраля 1945-го, 15.00. Так, сегодня мы с вами прорвали бункера, забрали важные сведения, немцев ослабили, перестреляли их последние силы, видно, что пехоты много, техники уже нет, почти не осталось, так что потихонечку наступаем. Игра близится к своему логическому завершению. На связи был Кабацкий, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока!